Давай, а за что будем пить с тобой? Слушай, давай за братство народов. Нет, не бывает братства народов. Не могу за него пить. Почему? Потому что есть один народ, который называют второй братьями, и в этот же момент убивает его людей, убивает своих братьев. Неправда. Народ не убивает, убивает только... Как тебе сказать? Скажи мне, как есть. Скажи мне правду. Убиваем только тех, кто является последователями нацистов. Один маленький вопросик. За время военных действий, которые вы ведете на территории Украины, умерло больше 200 детей в период с 24 февраля. Прошу меня простить, а как вы поняли, что эти дети нацисты? Маленький вопросик. А? Ты не прав.